Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо огромное вам за ваш визит сегодня к нам на концерт. На концерт коллектива Amber Saft. И с вашего позволения я бы хотел представить музыкантов, которые сегодня играют на этой сцене. Юлия Пернова. Фортепиано, клавишный инструмент. Александр Попий, гитара. Андрей Красильников, саксофон. Меня зовут Игнат Кравцов, я играю дома. Это наш совместный проект с Юлей. Вот, и в этом проекте мы играем нашу авторскую музыку. Сегодня как раз она и звучит, и это некий такой микс. Мы играем по две вещи, по три вещи. И я бы не хотел много задерживать вообще время музыки. И мы продолжим одним отделением до конца концерта. Будем играть все наши композиции. Вот. И что еще добавить? Ну, пожалуй, все. И следующая композиция. Вот. Первая, которая прозвучала сейчас, это была Юлина композиция, которая называлась «The Song of Wind». Следующая называется «Around the Sun». Ее тоже написала Юля. Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Спасибо огромное. И в заключение мы сыграем несколько композиций. Первая из них, она будет дуэтом с Андреем и Сашей. Она называется «Seeing a Wall», то есть «Видя препятствие», и вы это препятствие преодолеваете с помощью именно музыки. Вот. И в заключение второй композиции прозвучит еще одна вещь, называется она «Luminescence». Спасибо огромное. Я бы хотел бы представить еще раз музыкантов. Юлия Перминова. Александр Попий, гитара. Андрей Красильников, саксофон. Меня зовут Игнат Кравцов. Это был проект Amber Sand. Приходите на наши концерты. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое, что вам понравилось. Мы очень рады этому. И ради этого все и делалось, чтобы с вами поделиться. И мы очень рады тому, что вы сегодня пришли, и вам это понравилось. Вам понравилось? Вот, и в заключение мы сыграем еще одну вещь, которая называется «Сила прощения». Thank you.
Спасибо огромное и до новых встреч.